Сейчас мы будем проводить удаление новообразования кожи у собаки Бигля по кличке Мартин. У данной собаки уже опухоли были резицированы, это уже рецидив, не первый рецидив. У собаки злокачественная мастоцитома, агрессивная. Но в любом случае хирургическое иссечение данных опухолей является одним из этапов лечения опухолей. При проведении операции будем использовать оборудование FATEC, генератор Onyx, который нам поможет в проведении данной операции, потому что данным оборудованием такие операции уже проводились, Onyx, в данном случае Onyx. Будем пользоваться ножницами для разрезания мягких тканей, пинцетом, биополяром и электроножом. Сейчас мы это покажем вам на его. Вот так происходит иссечение мягких тканей электроножом. Настройки, в принципе, невысокие. Происходит в один момент разрезание тканей и коагулирование мелких сосудов. Все. В то же время края раны, мелкие сосуды можно прижечь биполяром. Все, кровотечение остановилось. Его просто нет. Здесь зашиваемся. А с той стороны будем ножницами работать. Производим удаление новообразования. Получается с губы. У основания свода нижней челюсти. Вот. Отсекаю скальпелем для начала, для удобства работы. А потом будем пользоваться ножницами углерущими. Все, кровотечения нет, все сухо. Образцы отправляем на гистологию. Сейчас проверим. Скорее всего, еще ткань будет больше. Еще надрез. Так, тут поработаем электроножом. Опухоли нет, все, ее убрали. Не кровит, рана чистая. Сейчас промываем физраствором, накладываем один шовчик и все.